Да. Приветствую всех. Ну что ж, последняя серия вышла немножечко подолее. Подольше, так сказать. Мои ужасные гибели. Кошмарные. Так, где мы начнем для начала? Давайте посмотрим. Ну, загружайся. А, ну не так и далеко вроде. Ага. Так, давай сюда тогда. Привет, друг. А у меня для тебя сюрприз. Так, он с ружьем. Я понял. Надо, блин, в узком коридоре их встречать, это еще тот идиотизм. Ладно, хрен с ним, попробуем встретить их в узком коридоре, посмотрим, что получится. Так, тактику надо тогда поменять. Тогда... Прячься, дура. О, встал, молодец. Блин, они с ударом не щит что-то снимают, вы прикалываетесь? Ну хотя у них винтовки, это неудивительно. А вот теперь давайте я вот так вот. Не вставайте, мужчина. Я вроде не девушка. Мне такие почести не нужны. Ну, выживших нет, да мне плевать, если честно. Ваших выживших. Так, так, ну блин. А, я тебе и там. Так, давай-ка сюда иди.
прикрою, погоди. Ох, тут перестрелочка. Да, с ними шутки плохи. Так, может, дрона попробуем? А, плохая идея была, да? Один готов. Давай сюда и вот так. А хотя нет. Так, давай к тебе перегрузочку. Так, дай-ка я тебе щиты сниму. Больно ты борзож стал. Ого, у него щиты крепкие, почему-то. Ну ладно. Какой-то элитник, что ли? Да, вижу, вижу. И так, давай-ка тебе вот так вот. Оп и оп. А если так тебе...
Вот ж дерьмо. Ляхомуха, хрена там. Здравствуйте, приехали. Ух, лихая засада. Так, надо, значит, еще двигаться аккуратнее. Вот же, блин. Хороший вопрос, только как это сделать? Такс. У них щиты, насколько я понимаю, хорошие, да? Очень хорошие щиты. Так, ладно. You got it. You got it. Going to cover. Grabbing cover. Давай-ка я тебя этим долбану, и потом вот. Ну, не очень эффективно, но лучше. Thank you.
Так. Робот приперся вот отсюда, да? Позиция, конечно, не шибко-то и выгодная. Ого, у него щит там. А, смотри, он. В чем прикол, понял. Так, давай-ка я тебя вот так вот сейчас наприкодую. О, попался. Еще один Сунтурион. Да. Типчики-то жесткие, сразу скажу. Ага. Так, ну он с дробовиком. Только я этого сначала грохнул. А теперь с тобой поговорим. Так, где этот дурацкий робот? Ох, милота. Да-да-да. Больно, знаю. Где этот гребаный робот? Помнишь, говно, вот оно.
Affirmative. Easy enough. You got it. Moving to cover. Да, жесть. Эй, ты уже... Вот, блин. Юф. Так, сюда, сюда. Центурион, да? О, сомневался. На тебе, влобишник. Лошара. Там их еще и два. А, это боец просто обычный. Ладно. Лошара. Так, этот на минусе, жестко здесь, тюрьма ядрить налево. О, 1500 кредитов, ну... Слушайте, а тюрьма-то здесь сделана довольно-таки неплохо. То есть это... Погоди, они автоматически, что ли, ставятся? Не, вообще тема. Боеприпасы к тяжелому оружию. Да уж так, тут 3000 кредитов, надо их брать.
Оп-оп-оп-оп-оп. Так, не то. Давайте C-шку найдем для начала. Так, потом вот эту ищем палочку. Так, вот эту хреновину. Так, теперь. Вот так вот. А, так это кредиты истекают, которые там были. Вот в чем, блин, прикол. Ёшкин ты матрёшка. Блин, как-то я не ожидал такого, кстати. Так. А вот и наш злобный дядя. Инвалид. Отзирать. Вы слишком... Вы дорого стоите, Шепард. Но бед от вас много. Хорошо, я смогу хотя бы вернуть Джек. Этому не бывать. Простой работорговец, у меня нет на вас времени. Я делал грязную работу, которую не хотят заниматься. Это все ради блага галактики. Так, а здесь уже будет начинаться самое, походу, веселое. Именно в том, что я в очень неудобной позиции. Так, ну ладно. Может, попробуем дугой воспользоваться? Или пока рано? Ну ладно. А, погоди-ка. Я понял, кажется. Они еще ее сдерживают, типа. Что-то я вообще не пойму. Не думайте там сдохнуть только. Подруга, ты, конечно, извини, но вот не вовремя. Understood, understood. Угадал хотя бы клавишу. Командер. Ох, ё. Наполовину ему броню срезал. Текс. А еще одного дрончика. Я смотрю, тебе они понравились. Ну, ладно. На, развлекайся. Надеюсь, здесь никогда не кончится вообще, в принципе. Так-то.
блин. Так, так и так. Оставим пока. Слушайте, сколько у него тут командеров, ё-моё. Так, ладно. Отвлекающий маневр. Еще один командир. Ну и чё? Firing a high impact shot. То, что ты командир, не означает, что ты умнее всех. Я вижу. Неужели думаешь самый хитрый? I'll get there.
Уже что-то получше. Как же тебя просто, блин, вывести из себя? Отлично, молодец. Все, готов. Да уж, это жесть. Прикольная, друзья мои, миссия. Охренеть можно. Cerberus. Эти же инспайс, кстати. Он был уже мертв, только не знал об этом, что тебе от меня нужно. Я собираюсь тебя отсюда вытащить. Блеешь, как овца. Я с тобой никуда не пойду, ты из Цербера. Быть моим врагом не вредно. They have a way of dying. You show up in a Cerberus frigate to take. Ты появляешься на фрегате Цербера, чтобы меня куда-то везти, думаешь, совсем дура. Выбор у тебя невелик. We can get you to safety, and we're asking for your help. They could just knock her out and take her. Стоит ее оглушить. Только попробуй. Не станем делать ей больно. Look, you want me to come with you? Make it worth my while. Сделай мне данное одолжение. Что интересует? Ладно, уж. Скорее, у вас на корабле полно баз данных Цербера. Хочу взглянуть на них, узнать, что про меня известно Церберу. Если хочешь, чтобы я присоединился к твоей команде, да докопайся. С ней и так понятно, что что-то сделали не то. Попробуй только меня обмануть. Не, ну по сути с ней и так что-то сделали не то, так что, ну, по-моему, имеет полное право. Кредиты. 15-25 тысяч. Боевой элемент, урон дробовика. Не так и много всего, что можно было бы, наверное. А, так я клавиши X могу оружие выбирать. Хотя и чей Shift буду. Я уж, кажется, Tridvinity привык. Брат, там через пробел. Через альт-паузу, насколько я помню. Да ладно. Welcome to the Normandy, Jack. Добро пожаловать на Нормандию. Я Миранда, заместитель капитана. На борту подчиняйтесь приказам. Скажите, это стервец Цербера, чтобы... Отворила Шепард, здесь только из-за тебя. Отдай ей файлы. Мы подружимся. You, me, and every embarrassing little secret. I'll be reading down in the hold. Я буду читать грузовым отсеке или еще где подальше. Не люблю, когда мне через плечо смотрят. Better that way. А что ты не хочешь, блин? Сами что-то с ней сделали, блин, то есть узнает, может, что-то интересное. Во-первых, и мне интересно. Что ж, друзья, буду на этом серию заканчивать. Интересная такая вышла серия, познавательная. Ну а тюрьма меня приколола. Всем удачи, всем пока.